Всем-всем доброго утра, зрители нашего канала. Всем-всем большой привет. Привет из Доминикана. Представляете, сегодня уже пятый день. Мы пятый день здесь отдыхаем. Здесь такое наслаждение. Всего 10 дней. Послезавтра у нас, 17-го будет экскурсия. Уже даже запуталась, какое сегодня число. Наверное, 14-е. Время очень быстро бежит. И вообще здесь такое наслаждение. Вчера вечером с Леной после анимации пошли к океану, легли на лежаки, смотрим такое небо, звездное. В общем, вообще морской воздух такой. Домой приходим как убитые, только до подушки, все, спать и до утра. То есть спится здесь отлично. Вообще, я еще раз повторюсь, что мы вошли в норму. Так, сейчас мы с вами позавтракаем и потом будем проводить, как всегда, день вместе в этой замечательной стране. Будем купаться на волнах, будем ходить в каких-то интересных местах. Лена маску не может найти. Так, ну пойдемте одели. Дошли до завтрака, зашли с Леной в магазин посмотреть при отеле. А здесь меня Ольга просила табак. Вот, наверное, табак и есть для трубки. Угу. Есть различные средства, крема. Лен. Смотри, вот, наверное, табак, который Ольга просила. Сейчас я у нее через переводчика спрошу. Сейчас я спрашиваю, табак. Все, есть в магазинчике ромы. То где тут цену посмотреть. Вот мы такой купили за... Мы купили за 15, здесь 21 доллар. 6 долларов разница. При отеле. Картины какие красивые. Так, тарелочку потом с вами выберем. Обязательно. Чипсы. Вот, допустим, 7 долларов Принглс. Во, мама Хуана. Вот, которые мне привозили. Сколько стоит здесь? 19 долларов. Нифига у них цены, да? Вот такая маленькая на подарок есть. Вот просто набор для мамы Хуаны. Можно самому сделать. Юра чачи нальет. Да, видите, здесь подороже, чем мы ходили с вами. Значит, табак я найду. Тарелки какие красивые. Маски, купальники есть, футболки. О. Шорты. Вот все необходимое есть. Мне нравятся такие магазины при отелях. Раз зашел, допустим, порвался у тебя купальник. Купил шляпу. Упала шляпа. Упала на пол. Лен, знаешь, как у меня шляпа хорошо идет? Да? Смотрите. Да? Мне кажется, мне классно. Кепочки. 19 долларов. Сколько стоит такая туника? 45 долларов. Да, они так и стоят. Ух ты, шапки зимние. Пунта Кана. Во. Сколько такая шапка стоит? Буду зимой ходить. 18 долларов. А что, мне нравятся такие. Это мужские, наверное. С бубончиком. Одел и пошел. Ну-ка. Ну, у меня там просто хвост. А так, смотрите, теплая какая. Теплая. Без хвоста надо пометить. Видите, хвост какой. Стили, да, Лен? Идти на завтрак и не дойти. Вот детские такие штучки. В общем, друзья, и в целом здесь все необходимое есть. Сколько, интересно, допустим, просто интересно. 8 долларов. Так что, когда едете, не забывайте с собой. А
А, мы вчера такое масло же купили. Это с... Сколько мы купили? 10, а мы за 8 купили. Ладно. Почему мы зашли в магазин? Потому что он вот около ресторана находится. И мы идем в ресторан. День начинаем со свежевыжатого сока. Помешаем сейчас его. Видать, все любят приходить именно в 9 часов. Народа очень много. Ну, очереди нигде нет. Смотрите, как они делают круассаны. Пальчики оближешь на каком-то противне. Так классно. Мне кажется, они очень вкусные. И здесь такая вкусняшка. Так, такой сыр. Такой еще хочу попробовать. Вот такой вот, смотрите, какой. Мне кажется, это тоже очень вкусный. С кофе. Сегодня количество булочек аппетитных меня радует. Ну, они всегда есть, просто сегодня что-то обратила внимание на них. Так. Ну, и салаты, естественно. Каша, какао на обед всегда есть, сейчас покажу. Каша геркулесовая, какао всегда есть. Так, яйца жарят. Можно с беконом тоже. Это типа горошницы нашей. Я сегодня хочу попробовать уже чищенные все фрукты. Вот такие ложечки папайя. Ананас. Дыня. А это, ну, короче, смесь. И все это дело добавлю арбузом. Можно еще каким-то йогуртом сделать, банановый, клубничный. Но я не буду делать. И видите, здесь различные смеси. А вот это очередь за яичницей. Показываю, что у меня сегодня на завтрак. Сок. Что-то на папайю не похож, сейчас попробуем. Сегодня чего-то не хватило мне, будто хамон. Сегодня не было его. Видать, разобрали, еще не принесли. Но уже неохота там ждать. Ну, я взяла вот такие сыры все попробовать. Сейчас парень кофе принесет. Сегодня вот такую тарелку фруктовую. И вот эти круассаны, которые готовились, я вам показала. Очень аппетитно готовились. Хочу просто с вами вместе попробовать. Так, ну что. Как всегда, очень классно. Позавтракали. Прям очень. Вернулась я еще потом с очкуси, еще стаканчик взяла. Попереписывались, пообщались со всеми. Юрчик говорит, у нас уже вечер, готовит бомбическое блюдо. Конечно, мне его здесь не хватает, что тут говорить. Я ему предлагала, поехали втроем. Он не захотел. Я говорю, ну когда я еще поеду в Доминикану? Может, я и поеду на следующий год, а может быть и нет. Поэтому тут, знаете, вопрос такой. Если есть желание и возможность, нужно пользоваться. Мне написали, что мы вчера клип снимали, там люди пишут, что море, мол, ну, мутное, океан. Да нет, он не мутный, это просто к берегу, когда волны, конечно, соприкасаются с песком, получается немного мутно, а чуть подальше заходишь, очень даже комфортно. Но еще раз повторюсь, вы же не будете плавать до буйков, здесь такого нет, ну, как на обычных морях, здесь сложно, здесь больше прыгаешь по волнам, но все равно получаешь удовольствие. Вот мы идем с вами, смотрите, вот взору как приятно, тепло-тепло, понимать, что уже снег лежит, да, что холодно, и ты находишься вот в такой сказке. Ну и, конечно, отель «Принцесс Баваро», я просто в восторге, он был по цене практически такая же цена, как и у нас, ну, может быть, там 10 000 дороже, я уже не помню, но шикарно, конечно. Территория. Ну, Лена говорит, я, говорит, не люблю такие большие территории. Ну, потому что он там, наверное, сейчас не отдыхает. Ну, а как вот взгляду приятно, да, прийти, сесть напротив фламинго. Ну, где ты их еще увидишь? У нас их точно нет.
смотреть на черепашки. Ну, черепашки, ладно. Мне на черепашки так, как они. Ну, мне нравится смотреть на павлинов. Вот всякие там индоутки. Видели, сколько там всех птенцов было? Конечно, классно. Есть, конечно, недочеты. Вот в нашем номере у нас ползают муравьи. Но я вообще на них внимания не обращаю. Это все такие мелочи по сравнению вот с этой красотой. Понятное дело, мы у нас первый этаж. Как их там выведешь? Главное, домой их не привезти. Будем тщательно вытряхивать сумку. Сейчас мы идем за полотенцами и идем с вами на пляж. Время уже позднее. Мы, наверное, уже ни разу не будем встречать закат, потому что просыпаем это время. Поэтому закат нужно встречать, на заметку, в самые первые дни, когда вы только приехали, когда у вас идет акклиматизация, когда не спится. Ой, не закат, рассвет. Господи, закат там встречаем. То сразу идем встречать рассвет. Так, все, берем полотенце. Бассейн, смотрите, он еще с утра пустой. Фонтанчики брызжут, джакузи. Но после обеда, конечно, тут уже будет народу. Ну, не после обеда, где-то часов 12 собирается народ и отдыхает. И еще вон там у нас бассейн релакс. Можно тоже поплавать, если захотите. Мы потом подойдем к нему еще. Так, здесь работает анимация, очень хорошо, мне нравится. В 10 утра начинается растяжка, гимнастика. Потом начинается боча, волейбол. Потом дартс, потом танцы сразу учишь на берегу. Ну, здорово. Танцы такие ненавязчивые, легкие, очень хорошие. Девчонка-аниматор мне нравится. Сегодня, если не уйдем с вами в другие отели, то будем, как всегда, танцевать. Танцевать я люблю. Мне это очень нравится. Вот. Вот второй бассейн еще. Мы до него так и не доходим. Мы вообще в бассейне не находимся. Очки я забыла, по-моему, от солнца иду. Боюсь сейчас за очками возвращаться. Ух, Оксана, Оксана. Без очков тут никуда. Вот, пожалуйста, здесь спокойно, лежачки в воде. Получаешь удовольствие. Доброе утро! Пляж, Лена, что, ближе нету, да, уже лежаков? А ты еще бы подольше походила? Короче, я встретила наших вот знакомых, да, с которыми на экскурсию ездили. Они вчера после обеда, но не в такую жару, как мы, они дошли до этих рядов. В общем, они шли в одну сторону 2,5 часа. Ну, мы два вчера. В общем, они говорят, вообще смысла нет, вообще. Да? Раньше, говорит, там, ну, магазины были, а сейчас в основном сувенир, эти кафе. Кафешки сделали, и они говорят, что это назад, но такси доехали. Потому что это нереально. Потому что нереально, говорит, а вы вообще в такую жару пошли. И вот, и они сказали, что раньше они там, там в каком-то отеле отдыхали. В общем, их трансфер возил в такой хороший магазин. Агора они, по-моему, вот в этом были. Нет. Они были от «Принцесс Баваро» через отель. Ну, они сказали, я забыла. Они говорят, что их возил трансфер из отеля в такой классный супермаркет. На одной стороне всякие вещи, чемоданы. Ну, вот, вот. Это вот два, которых я сохранила. Ну, вот. Они сегодня едут на дискотеку. Они едут, ночную. Да, расскажут. Ну, как ночная? Она сейчас заканчивается уже в 11. В 11 все заканчивается из-за пандемии. Вот, но они сказали, что я говорю, мы узнаем все на ресепшн сегодня, скажем им. Только я хотела лежак оттуда притащить сюда, третий. Да. Я уже людям, знаешь, что сказала, Лена, что надо пользоваться, когда не спится первые дни акклиматизации, сразу бежать встречать рассвет. Все остальные дни вы уже просто не сможете нереально стать. А так вот эти ребята говорят, мы вчера, говорит, пришли, говорит, когда на такси назад приехали, поужинали, говорит, взял коктейль, не допил и уснул мертвым сном. Но это они 2,5 прошли, а мы с тобой 3,5 прошли. Ну да. Люди не могли столько пройти. Да. Так что пойдемте с вами посмотрим океан, волны. Видите, сегодня как мы далеко легли на последней линии. Ну ладно, что, какая разница, на последней, но не на последней. Сейчас с вами все посмотрим. Волны, конечно. Куда без них? Сегодня, мне кажется, посильнее волны. Но мы с вами пойдем, будем купаться сегодня на территории отеля Имбиростар. Там голубой флаг, пляж с голубым флагом, поэтому мы сегодня будем там. Ну, вот наш пляж. В основном все ходят, я смотрю. Окунулись, как говорится, попрыгали в воде и пошли пешком. Вот здесь проходит, видите, Rio Fift, растяжечка вот такая. Океан, как всегда, теплый. Ну, хочу сказать, что сегодня много водорослей, да? Ты, как знаешь, как рыбка в аквариуме, плаваешь, выбери меня. Пойдем сейчас с вами в Имбиростар купаться.
Мы так и не дошли до берега отеля Imperostar, так и здесь купались. У нас сегодня много водорослей, вода такая мутная. Лена говорит, я как будто в луж купаюсь. Не, вода на самом деле чистая, просто из-за волн и касания с песком она получается такая как бы грязноватая. Но у нас время обеда сейчас 12 часов, и мы идем на обед вместе с вами. Очень удобно, что ресторан находится прямо на пляжной линии. Не нужно идти в главное здание. Обычно, когда отдыхаешь в отелях, на первой линии находятся вот эти стейк-бары, ну, вот эти перекусы, короче. Ну, не совсем правильная еда. Мне она не нравится. Кому-то нравится, кому-то нет. А у нас вот, пожалуйста, вот 2 минуты, хоть бы даже минута, и у нас находится главный, ну, вернее, ресторан на пляже, который работает именно в обед. Завтрак и ужин у нас в главном ресторане, обед. Это очень удобно, это очень продумано, что, потому что весь народ находится на пляже, и ходить, переодеваться к обеду, переодевать одежду, это неудобно, согласитесь? Так что идемте с вами на обед, посмотрим, что на обед с вами. Давайте. На самом деле, Елена моя, Елена подруга, говорит, слишком мало времени отводится между завтраком, обедом и ужином. Мы вчера пропустили обед и, кстати, совсем не проголодались. Ну, конечно. Лена не согласна со мной, немножко проголодались. Ладно, в общем, 12, да, потом с вами, потом... Здесь круглосуточно, работает 24 часа. Можно покушать в баре, курицы, пиццу, в общем, тут... Все функционирует. Мы вчера пришли к океану с Леной. Здесь людей сидит в этом баре. Огромное количество, представляете? Сидят, выпивают музыку, слушают, слушают шум океана. В общем, такой здесь отдых. Релакс, релакс. Ну, а мы с вами идем на обед. Сейчас покажу дорогу нашу. Многие зрители мне пишут, вот, значит, только обед, завтрак. Дайте обед, завтрак и ужин. Дайте, ребят, насладиться. Дайте насладиться океаном. Дайте насладиться обедом, ужином, завтраком. Будут у нас 2 экскурсии. Будет вам Сан-Доминго. Будет остров Саона. Обязательно будет. 16-18 у нас запланированы 2 поездки. Но сейчас я просто отдыхаю, просто получаю удовольствие. Еще раз покажу, сколько мы, помните, с вами недавно шли, и в бассейне не было практически никого людей. Сейчас огромное количество. Люди пьют мохито. Кстати, мохито я попробовала. Но я еще в Мексике пробовала. Я не люблю со спрайтом, это очень сладко. Потом кока-лока, он классный напиток. Но опять же, он же тоже сладкий, понимаете? Единственное, получается, что шампанское брют, он практически безалкогольный, и он не сладкий. Это единственное, что вот мне нравится из всех напитков. Ну и ром как-то я не очень люблю. Юрочку, конечно же, я привезу черный ром в подарок. Хотя, конечно, он любит больше чачу, но ничего. И я еще купила себе шоколад, купила очень хороший крем, попробовали. Мы с Леной одинаковые, я уже платила. Мне девушка говорит, не хотите ли попробовать крем этот? Я говорю, хотим. Она говорит, и с манго. Я говорю, ну давайте. Лена говорит, тоже, ну, возьму, потому что там натуральный все-таки. Ну, мы надеемся, что много натурального в этом креме. А принесли его домой, оказалось он... А, нет, с папайей, наверное, оказался. Короче, вот так вот. Так, вот наш ресторан. Он очень большой. Я так иду и понимаю, что, наверное, у меня нет маски. И здесь маски нигде не дают. Вы должны их носить с собой. Лена, а что ты тут? Смотрите, с каким видом. На пальмы, на океан. Народ кушает. Пойдемте возьмем что-нибудь и мы. Так, креветки будем. Хочется чего-то такого легкого. Легкого-легкого. Орехов всегда полно. Соусов. Так, ладно, набираем. Мы сегодня будем с вами кушать креветки. Вчера были очень вкусные жареные, сегодня не знаю. И соус вот такой вот для креветок. Я не могу, ребят, оторваться от этого мяса. Оно мне очень нравится. Если где-то попадется, я домой куплю сыр. Он просто необыкновенный здесь. Не, у нас тоже продается, еще раз повторюсь. У нас, во-первых, цены дорого. А во-вторых, я не знаю, вот этот по вкусу... Я дома тоже покупаю иногда, но он, мне кажется, по качеству хуже, чем здесь. Так. Ну, давайте возьмем что-то рыбное. Чипсы.
но я люблю так, так, чтобы поместилось все в тарелке в моей. Так. 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 И так. Значит, все. И мы их что делаем? Васаби. В якитории сейчас наши приходишь, васаби чуть-чуть кладут. Ну что это такое? Так. Обязательно имбирь. И, пожалуйста, соевый соус. Хикаман, я его тоже всегда покупаю. Наливаем. Достаточно, я думаю. Ну и, конечно же, мы будем кушать палочками. Вот так вот получилась тарелочка у меня. Ух ты! Это паэлла мексиканская. Ну, не буду, рис. Она вкусная, безусловно. Это красная рыбка. Ну, не знаю, смогу ли. Ой, какая прелесть, друзья. Я не могу себе отказать в удовольствии. Рыбку, ведь я шла только за фруктами. И, конечно, смотрите, вот он, безумный, вкусный апельсиновый соус. И, конечно, еще вот такая рыба есть, вот, видите? В общем, конечно же, я беру кальмары. Это самая моя любимая. Рыба красная, разная, смотрите. Все касается... А, нет, это уже, наверное, это уже мясо пошло. Вот это мясо курица, смотрите. Оно вообще во рту тает. Так, ну и что? Что еще посмотрим? Суп всегда есть. Ой, мне не доходит уже желудку. Нет места сэндвичи кушать. Это, да, любители у нас фастфуда. Смотрите, какие макарошки. Сыром посыпаны, с беконом. Посыпайте еще сколько хотите. Пицца. Сегодня у нас, как всегда, на обеде супчик вот такой. Еще не могу. Гастрономический рай. Пирожное с киви. Желе вкусные, сладкие. Вот видите, сколько со всех сторон. Ну и, конечно, фрукты. Киви, бананы, маракуйя. Все, что в вашей душе. Видите, кому маракуйя горькая, можете добавить мед. Я так не делала, но сейчас вот посмотрела на девушку, как она сделала. И, конечно, я сейчас сделаю точно так же. Добавлю мед в маракуйю, представляете? Мне кажется, это будет очень вкусно. Здесь фрукты не кончаются. Не бывает так, не заканчивается, что вот вы пришли поздно на обед, и вам уже нечего есть. Такого здесь просто не бывает. Гастрономический рай. Так, друзья, что у меня сегодня на обед? Роллы. Не смогла отказать себе в удовольствии. Бекон, сыр. Тарелка фруктовая. Меда капнула, как девушка делала. Кальмары, рыбка и бокал холодного шампанского. Приятного аппетита. Боже, какая это вкуснятина. В общем, все настолько вкусно. Вот маракуйя с медом, вот капельку меда сюда капнула, это просто божественно. Они не такие кисленькие, очень вкусные. Не, я их и так ела, а теперь еще увидела подсказку, что можно с медом. Слушай, здесь такой свет, что мне так... Вот. А то мне кажется, что у меня такие синяки под глазами. Что кто-то мне нахлобучил в Доминикане. Нет, здесь освещение такое. Так что все очень вкусно было, поверьте мне на слово. Идем с Леной видео идем с Леной, выбираем место для эфира. Ну, вы, конечно, это видео уже посмотрите после того, как мы проведем эфир. Но у Лены есть предложение лечь вот на эти лежаки, лежать и проводить эфир лежа на солнышке. Моя сестра оригинальная. Да. Здесь у меня хорошая. Хорошая, но я боюсь, мы там сгорим вместе с нашими зрителями, с телефоном, пока будем выбирать. Если не сгорят. Ну, а где-то
хочешь. Я в лобби не хочу. Нет, я хочу вот здесь на траве сейчас сесть и провести эфир. На траве, тут тоже солнце. Во-первых, потому что здесь сейчас не будет интернет вообще. Тогда вот этих вот такой. Ну давай где-нибудь в темноте выберем, выбираем место. Нет. Давай вон там возле океана попробуем, как скорость будет. Не будет там скорости. Пришла за кепочкой. Оля очень попросила вот такую кепочку. У меня тоже такая кепочка. Две возьмем. Будем менять. Поеду в Таиланд вот с такими кепочками. Он тут высокий. Вот спрашиваю, за сколько сейчас он мне отдаст ее. Если дорого, я брать не буду. А, вот если они какао пьют. Вот это какао. Наверное. А, сейчас у него спрошу про табак, кстати, для трубки. Да это разве тен стоит? Нет, а ну, так маленькие такие. Не, ну, так вот, в отпуск удобно, да, брать? С собой. Может, если они хорошие? А вот это вот тайский фрукт. Лучше вот этот зеленый. Вы зеленый а вот с чего? Это что, интересно? Это наподобие... Макадамия. А боже сколько мой, стоит? Как я хочу. А сколько стоит вот это макадамия? Тен. А вот это? 8. О, супер. Счет уже знаешь. А где... Пятнадцать. Есть со вкус. А вот это с чем? Все по-русски. Лена, это с чем, интересно? Можно я обращусь к вам по-английски? А, вот с улицы. Булочка энд кофе. Булочка энд кофе. А вот это черепаха, это для чего, интересно? Слушай, значит, слушай, какая красивая, смотри, Лена, это тарелка, вот это. Маме вот что взять? А такое дерево, как они взяли, не хочешь? А мне вот это нравится, тарелка. А, это кокосовый. Кокосовый, может, не очень. Да, подя, паракина. И алоэ есть. Да тут все есть. А вот это какая лучше? Вот это? Маленькая. 10? Так, пришли мы в номер. А чем мы в номер пришли? Переодеться. А, мы в номер пришли крема оставить, которые купили. И сейчас пойдем с вами на территорию другого отеля. Но это будет в следующем видео. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами, как всегда, в новом видео. Всем желаю самое главное здоровья, любви. Все у вас будет хорошо. Пока-пока.